Первый день августа в Севастополе 5 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Четверо заболевших – пенсионеры. Также диагноз подтвержден у 26-летней девушки. После выздоровления за сутки выписаны 8 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 349 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 38 пациентов. Выздоровел 201 человек, 9 умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением находится 151 человек, в городской больнице номер 9 – 121, под наблюдением по месту жительства – 455. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». В Республике Крым обстановка более напряженная. Там за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщает на своих страницах в социальных сетях. 31 июля зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 по ранее среди контактированных случаев, 10 при скрининге здоровых лиц, уточнил он. Для соседнего региона это практически антирекорд по показателям заражения за сутки. Хуже вспышка была только 5 июля. Тогда за один день заразились 38 человек. По последним данным, число завозных случаев из других стран и регионов России за сутки не увеличилось. За весь период в Крыму выявлено 180 больных, прибывших на полуостров. Таким образом, количество зараженных в Крыму на сегодняшний день составляет 1241 человек, из которых 909 сами обратились за медицинской помощью. Еще 152 зараженных узнали об инфекции случайно во время проведения сотрудниками межрегионального управления Роспотребнадзора скрининга среди здорового населения.